сегодняшняя Одесса. Мать с сынишкой пришли на выставку современного оружия. Маленький Семочка заинтересовался зенитными ракетами и спрашивает у дежурного офицера: «Дядя, а для чего эта ракета?» «Чтобы сбивать самолеты». «Ой, правда? А сбейте вон тот, который в небе пролетает». Мать вмешивается в разговор: «Не делайте этого, товарищ военный, пока этот сопляк не скажет «пожалуйста». Сколько тебе можно говорить за вежливость, Йосик?» Поезд «Одесса-Москва» пересекает российско-украинскую границу. По вагону идет украинский таможенник и кричит: «Валюта! Иконы, наркотики, оружие!» С верхней полки с большого бодуна слышится хриплый голос: «Слышь, мужик, ничего этого не надо. Принеси 2 бутылки пива». Одесса, сегодняшний день. Семену Маргулису очень не хотелось служить в армии. Чтобы его забраковала медицинская комиссия, Семен решил схитрить с анализом мочи. Взял немного мочи отца, сестры, собаки Эльзы и своей. Все слил и сдал. Через 3 дня на бланке Одесского военкомата пришел ответ: «Маргулис, у вашего отца простатит. Сестра на 3-м месяце беременности. У собаки Эльзы чумка. А вы будете служить за полярным кругом».